Больше 140 сгоревших и попавших под обстрел машин в Алматы вывезли на окраину города. В их числе не только легковой автотранспорт, но и военная техника. Все они пострадали в ходе массовых беспорядков. Чиновники говорят, в ближайшее время на штрафстоянку прибудут криминалисты. Сейчас на площадке 47 сожженных машин, 48 обстрелянных и 17, которые подверглись разбойным нападениям. Как минимум 40 авто принадлежат правоохранительным органам. В их числе автозаки и грузовики. Власти заявляют, что все они были собраны с мест ожесточенных боев, в основном с улиц Тулеби, Сатпаева и площади Республики. Также на штрафстоянке есть захваченные террористами элитные внедорожники, а еще военная и спецтехника. Отмечу, что большая часть этого автопарка не подлежит восстановлению. После окончания расследования машины отправятся на утилизацию.